Приглашается семья. Высока, стройна, белява, ходит, бродит, словно пава. Часто уроки пропускала, но мама не всегда это знала. Через 5 лет ваш голос будет звучать в оперном театре. Уважаемая семья, 9 классов закончила на 4-5 и педагогом решила стать. Ну и судьба. А что помешало, только сама она это знала. Так пожелаем ей выбрать правильный путь в ее жизни. Свою карьеру киноактрисы вы начнете в Голливуде. По премию получите, подтвердите, пожалуйста. Голливуд. Так, я, Мария Михайловна, предлагаю вам Голливуд. И от ваших пожеланий очень переживала за каждое. Ну, в общем, дай бог, что та шутка, которую мы сегодня играли, ну, в основном у каждого совершилась, потому что все, что в этой шутке, наверное, должна быть доля правды. Ну что ж, я потяну тоже, хотя сомневаюсь, что мне... Мы боялись, что вы устанете от предыдущего праздника на площади. Но мне показалось, что вот в такой форме, как мы сегодня назначили нашу встречу, вы нисколько не устали. И я продолжу приятные минуты награждения наших выпускников, потому что здесь мы собрались, чтобы отметить и наш труд, то, что вы вложили в ваши души, в ваш ум, в вашу будущую жизнь. И очень рады, что сегодня рядом с золотыми и серебряными медалями, с вашими аттестатами о среднем образовании, я могу еще вручить грамоты за лучшее, значит, грамота за выдвижение.
легендарные успехи в улучшении особенных предметов. Похвальный лист узнагороджується Шабуйко Зарина Владимировна за видатные успехи в улучшении сусветной истории. Thank you.
улице. Счастье вам. Обилие в доме, тепла, света, хороших отношений. И все у нас в жизни тогда получится. Добрый путь вам, наши дорогие дети. Счастье вам, родители, близкие, все, кто причастен к этому великому празднику. Празднику получения самого первого документа в жизни ваших детей, аттестата зрелости. Я бы хотела от имени всех выпускников преподнести этот памятный подарок нашей школе. Спасибо вам всем, спасибо за вашу заботу о нас. За 11 лет много уроков прошло, многое говорили вам учителя, но сегодня будет сказано 2-3 фразы теми учителями, которые с вами шли нога в ногу. Прислушайтесь к ним, к этим пожеланиям. Откуда начнем? Милые, славные, красивые, вообще самые-самые лучшие, любимые наши дети. Честное слово, красивее вас на площади не было. Мне кажется, что добрее вас в нашем городе ребят нет. Но я от души желаю вам, ну, знаете, конечно, не своими словами, но они мне очень нравятся. Чистого неба, душистого хлеба, криничной воды и никакой беды. Спасибо. Я присоединяюсь к тому, что сказала Людмила Петровна. Мне тоже казалось, что я видела только наших выпускников, самых красивых, самых стройных и самых девочек женственных в будущем. Я желаю, чтобы сбылись все ваши мечты. Но а вообще хочу, чтобы все вы в будущем были хорошими людьми. Будете учеными, будете просто рабочими, но настоящими людьми будьте всегда. Это главное в жизни. Дорогие выпускники, хотелось бы вам пожелать всего только самого хорошего. Как каждый человек после себя оставляет на земле след, так каждый из вас оставил свой след в сердце учителя. Наверное, это самый прочный и самый долговечный след. Пока будет жить учитель, память о вас останется в этой школе. Мне бы хотелось пожелать вам всего только самого хорошего, чтобы с собой в дорогу вы взяли теплоту этой встречи, чтобы она стала для вас путеводной звездой, и как тоненький лучик надежды, она вам не раз помогла в жизни. Успеха вам, счастья и жизни. Думаю, что поймут меня все. I wish you to be happy. I wish you to be lucky. Be happy, be lucky. All your future life. Пожадання у моїх не злічить, да й навошта ділить їх на частки. Усе вони, кольки їх єсть, заключаються у слові щастя. Щастя вам, дорогі! Поважані випускники, гляжу я на вас і не можу наглядеться. Такі ви пригожі. І вельми хочеться, каб ви були такі пригожі не тільки знешне, але й душою. Пусть все дела вам будут по плечу. Откройте хоть по одному колодцу. Взрастите яблонь плодоносный ряд. Пусть из колодца жаждущий напьется. Пусть яблоневый ряд от яблок гнется. Пусть люди вас за все благодарят. Выпускникам счастливой судьбы, родителям дальнейшей радости и гордости за вас.
Уважаемые родители, дорогие выпускники, любимые выпускники. Хотелось бы пожелать вам всего самого наилучшего. Будьте всегда красивые, радостные, веселые, счастливые. Приводите к нам своих детей. Старенькая бабуля говорит, что те молодые хотят быть красивыми и молодыми, а мне хотя бы быть молодой. Я хочу пожелать вам молодость, ту, которую вы сейчас пишете и излучаете, пронесите до конца, по крайней мере, как можно дольше, быть молодыми. Я хотел бы пожелать, чтобы родители всегда гордились вами, а люди ценили вас.